Вся страна встретила новый 2015 год. Отшумели веселые хороводы вокруг елки, фейерверки. Настали рабочие будни. Но во время новогодних каникул произошло много интересных событий. Среди них открытое первенство Славянского района по прыжкам с шестом, которое прошло в ДЮСШ номер один. Подробнее в следующем материале выпуска. Дарья Игнатова, можно сказать, прирожденная спортсменка. Занятиям спортивной гимнастики она посвятила большую часть своей жизни. В 19 лет девушка уже может похвастаться хорошими результатами на краевых и даже российских чемпионатах. Всего 3 года назад Дарья увлеклась одним из самых интересных видов легкой атлетики – прыжкам с шестом. И оказалось, по словам спортсменки, это занятие всей ее жизни. Я не хочу никаких других занятий, и у меня стоит цель. Я надеюсь, если я ее достигну, то мне никакие другие занятия не понадобятся. Дарья Игнатова, как и остальные участники открытого первенства, волновались. Ведь совершить удачный прыжок непросто. Самое сложное – это собраться перед стартом, перед соревнованиями. Когда видишь, что девчонки там немного сильнее, там, или то, что долго ждать, например, вот начинают маленькую высоту. Стоишь, очень долго ждешь, пока дойдет до тебя очередь. Естественно, это все нервы, и вот это самое трудное – собраться. Открытое первенство Славянского района проходило по возрастным категориям. Лучший тренер по подготовке прыгунов с шестом в мире Сергей Грипич поддержал своих воспитанников. Прыжок с шестом – это, в общем-то, один из самых сложных, наверное, видов легкой атлетики. Достаточно популярный в мире и, честно говоря, опасный, в общем-то. Поэтому требует смелости, ловкости от спортсменов и хорошей подготовленности. По итогам соревнований в каждой возрастной категории выявили победителей. В категории юноши победил Илья Горлов. Среди взрослых – Александр Грипич. Среди девочек победила Дарья Игнатова. Победители получили подарки от Деда Мороза и возможность выступить на краевых соревнованиях. Тина Кабачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».